Добрый день всем, дорогие зрители! С вами Лиеро, это стримчанский по игрухе The Infected. Сегодня в серии мы продолжим с вами выживать, продолжим с вами доходить до high-end контента, то есть, грубо говоря, перестроим здание полностью в кирпич. Вот увидите сейчас здание уже, ну, с прошлой серии, кто смотрел, уже пол здания превратилось в кирпич. Сегодня нам с вами придется сделать кирпичный пол. То есть для этого надо построить бетономешалку, запастись песком, глиной, ну и, собственно, это все переработать на станке и сделать, как бы, из этого уже, грубо говоря, готовый дом. Нормальный готовый дом, вот так. А, значит, первым делом, что я хочу сделать сегодня. Первым делом мы, наверное, с вами отправимся на поиски последнего рецепта. Он где-то остался в каком-то из городов. Вот, мы отправимся на нашу добычу алюминия и кобальта. Его тоже просто надо достать, принести на базу, нам еще пригодится алюминий и кобальт. Вот, и, ну, что еще из такого основного? Ну, и накрафтить, в принципе, ресурсов, я знаю, тут у нас более-менее ресов есть сейчас. На данном этапе металла вот немножко еще крафчу для того, чтобы просто был. Вот, ибо металла у нас меньше всего сейчас. 7 кусочков металла. Вот кобальт, медь и... Ну и алюминий нужен. Но алюминий мы принесем, там две печки. Точнее, два станка работает на алюминии. Там по-любому его должно хватить. Так. Окей, давайте тогда... Секунду, я зря это выгрузил. Давайте тогда начнем с того, что нам придется делать сейчас песок. 30 песка где-то я сделаю. И сделаю сейчас кучу кирпичей. Я посчитал, что в теории для того, чтобы сделать нормальное количество кирпичей, то есть забить все мои слоты, мне надо 60 произвести. Но у меня столько глины нету. На самом-то деле основная проблема в глине сейчас. Это как бы очень жесткая вещь. Глины не хватает, надо что-то с этим придумывать. Давайте 5. Ну, короче, берем, делаем 35 кирпичей. Вот так, 5 песка. На все, что я могу сделать, потому что, видите, у меня реально закончились эти запасы глины. Будем работать, пофиг. Что делать? Начнем изготовлять кирпичи. Сейчас я их поставлю на сушку. Эти кирпичи пойдут непосредственно уже на стены. Вот, на пол придется добыть отдельно глины. Причем, кстати, я вам скажу так, что глины... Вокруг моей базы предостаточно, но я ближайшую уже повыкапывал. Поэтому если она не зареспавнится заново, то мне придется где-то искать новую точку с глиной. Ладно, курточку я снял. Дело в том, что я опять постоянно перегреваюсь в доме, когда я в этой зимней курточке хожу. Надо быть осторожным, надо постоянно внимательно смотреть, чтобы не сгореть полностью. Так, все, сделали, поднимаемся наверх. Поставим эти кирпичи для слоты для сушки. Надеюсь, мне вот того, что я сейчас добыл, хватит для того, чтобы уже полностью дом обставить. Стенки. Ну, грубо говоря, первый этаж сделать, кирпич перевести, чтобы зомбари не прессовали так сильно. Вот вы, Иван, в тундру уже играете? Нет, пока что в тундре там такого крутого. Обнова какая-то или что, я не понял. Вот позавчерашний стрим только осень началась, а сейчас уже у нас получается январь месяц. Ну, блин, я там еще где-то часик вне стрима добывал ресурсы. Ну, чтобы вам что-то показать хорошее, красивое, да, в игре, мне это надо поиграть, подготовиться. Я не могу, типа, вам на протяжении всех стримов тупо бегать и одно и то же делать, добывать ресурсы. Я стараюсь как-то... Ну, скажем так, сделать так, чтобы было и смотрибельно, и интересно вам, чтобы это не было монотонной работой. Я сегодня и так буду сейчас много чем заниматься одним и тем же. Например, в планах. Сейчас вот я доготавливаю кирпичи, ну, закидываю их на сушку. Мы отправляемся с вами добывать алюминий, с моих шахт доставать. Вот, видите, еще эти крысы приходят вечно, прессуют, прессухи. Где вы? Какого хрена? Вот ты бежишь, ты ж не бьешь. Чуть я не врубился, ты что, вообще припух, что ли? Ты в чью хату зашел, Зомбоид корявый. Че? Че оборзел?
Чужой дом ворвался. Это жесть. Так, ладно, продолжаем. Мне тут еще надо поработать. Кирпичей понафигарить. Самое главное, вот смотрите, сухие кирпичи в стек каким-то макаром собираются, в то время как мокрые кирпичи почему-то в стек не собираются. Это на самом деле очень странная вещь. Так, у нас 15 кирпичей есть. Да блин, поставь же вниз. Раз, два, три. Так, сюда. Сюда. Раз, два, три. Оп. Раз, два, три. Оп. Так, и еще здесь была одна. Берем их к себе. У меня огурцы еще свежие есть. Кстати, надо проверить, потому что... Ё-моё. Это все вместилось. Так, два последних огурца. Вот это уже плохо, надо их съесть, наверное, эти два последних огурца. Потому что у меня, как вы видите, витаминов, углеводов вообще нифига нет. А мои тыквы пропали, да? Я тыквы, походу, не успел. А, стоп, верхушки я вроде садил. Арбузики. А вот тыква, давай тыкву собрать урожай. Стой, 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 тыква. Стой, подожди. Стой, постой. Съедаем одну эту штуку. Это сюда. Тыква, мне идешь в карман. Давай я тебя съем, тыква. Ну давай. Так, ладно. Витаминов еще немножко. Надо посадить еще одну тыкву снова сюда. Вода здесь есть. Арбузик. Тебя есть пока не буду. Надо пропилена этого приготовить. У меня, блин, видели, сколько гнилушек? Но сейчас реально топлива мне хватит. На зиму я приготовил много еды. Хотя она вся пропала по факту. Ну я думаю, что это не критично. Ой. Лишняя одна. Изготовить. Раз, два, три. Изготовить. Раз, два, три. Изготовить. Смотрите. Топливо сейчас просто до хрена. Почти 20 штук. Так, кирпичи надо поставить на сушку. Оп-оп. Тихонько. Так. Там немножко гифки изменили, линкоры добавили. Ну, не знаю, ребят, насчет War Thunder. Желания особого нет у меня есть. Если честно вам так говорить. Ну, такое. War Thunder на любителя. Так, хорошо, я немножко отхилился. Огурцы, кстати, насколько я помню, хилят. Это очень-очень хорошо. Так, все. Арбуз брать пока не будем. Они, кстати, поспели вообще? Они не поспели. А знаете, в чем проблема? Вот в чем проблема. Давай польем. Так, тебя польем. Так, посмотрим, или тут печки не скоро остановятся, чтобы... Вот так. Ой, блин, я еще один уголь кинул. Один. Раз, два. Сколько время у нас? 9 А, уже ночь. Надо скоро спать. Ну ладно, тогда с утра идем на следующую шахту. Я, правда, не знаю, или там сейчас переборы не будут с ресурсами, или я смогу то все унести, поэтому надо будет максимально разгрузиться. Просто максимально именно разгрузиться и пойти на шахты добывать алюмку. А, так. Это тоже. Да. Блин, Ваван, привет. Ел в голодную зиму. Что, я... Ну, все ресурсы у меня пропали на самом-то деле. Я чуть не понял, а что-то одного, блин, этого не хватает. Фрагмента. Почему-то должно было получиться 5 их. А тут вообще 3 получилось. Ладно, хрен с ним. Это, в принципе, не так важно. Так. А что я хотел? Я хотел поспать и отправляться, наверное, на поиски. На поиски моих ресурсов. И в город отправиться надо еще. Ладно, по луку. Давайте посмотрим, что по инструментам. Значит, у меня с собой... Молоток, каменная кирка, топор. Ну, все хорошо. И лук. Лук целый. Все целое, в принципе. Тут все четко. Так, кобальт есть. Медь. Давайте посмотрим, сколько масла добывается или ночью масло. Не понял, что ночь красная. И не говорите, что это зомби ночь. Давай это заберемся. Так, на тебе один, два пропилена тебе оставим. Оп. Так, а тут что? Добывает, обратите внимание, уже ночь, оно добывает.
Ладно, мне надо 15, 12 штук масла. Я добыл пока только 7, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас точно скажу. Да, 7. То есть, ну, грубо говоря, не так много осталось, господа. Еще совсем чуть-чуть и все. И жизнь удалась. И жизнь удалась. Так. Блин, а где фрагмент? Оп-оп, не понял. Фрагмент. Куда я вас дел? Вот. Да. Сейчас металла еще доплавлю и ложусь спать. Прикольно, когда с одного зомбаря падает по 6 металла. Это, блин, в прошлой серии у нас было. Я просто прозрел, если честно. Я тут понимаю, что так мучаюсь, а металл он зомби один приносит тебе пачку. Целый говорит, на, блин, братишка. Типа, живи себе, живи, не парься. Так, и два камня тебе надо было таки оставить. На самом-то деле, раз, два. Так, раз, раз. Все, металл плавим. Это у нас схрон. Так, идем. Что мне поесть? Мне бы поесть, конечно, на самом деле. Витамины, жиры очень в плохом состоянии. И у меня большая проблема, что негде брать сейчас половину из этих ресурсов. Ну, жиры, например, в чай. Ну, ладно, жиры с мяса я могу достать. А вот витамины, углеводы-то полные. А витамины, арбуз дает, интересно, витамин. Надо сейчас глянуть. А ну, блин, арбуз пропал. Твою мать, ладно. Не проблема. А чуть я добыть не могу, не понимаю. Вы что, всю воду выпили? Такое что, бывает? Ладно, не вопрос. Добавим сюда. Так, тут что у нас? Ничего. Так. А, он уже готов. Давай, дольем. Добавить воду. Так, арбуз. Собрать урожай. Ты витамины даешь? Давай хоть посмотрим. Витамины, углеводы и жажда. Ну, блин, арбуз мне не подходит на самом-то деле. Фиговый он. Витамины и огурцы дают. Придется тут огурцы выращивать. Нафиг надо арбузы и огурцы поставить, иначе я, блин, не доживу. Иначе до рассвета я не доживу. Так. Что делать? Давайте сделаем то следующую тему. Н. Понесли. Сейчас, ребята, надо, блин, срочно. Минус 3. А, плюс 23. Раз. И еще один. Два. Сейчас две семечки этого огурцов посажу. Они дают витамины хорошие. Два. Польем. Раз. Не понял, что-то не полил. Ага, надо семечки сначала. Ладно, давай по-другому. Так, по одной семечке. Как я это сделал только что? Я не понял, как я по одной поделил. Так, полить теперь давай. 100 воды как раз у тебя есть. И еще идем наберем воды. Прокипятим себе заодно. Так. Воды. У вас тут все есть? Доливаем там, где не хватает. И следующую для себя делаем. Арбуз собрали. А, семечка нужна сначала. Ладно, сюда еще зальем. Так, пошли со мной. Ты будешь тут у меня храниться. Возьмем, что еще? Давай кукурузу одну еще вырастим. Кукурузу, воду набирать по пути. Что-то на самом деле, я думал, мне еды хватит на зиму. А у меня, блин, вон такие расклады. Мне, блин, не хватило всего, что я там заготавливал. Это очень, на самом деле, странно, если честно. Так не должно было произойти, но так произошло. Так, а здесь грязная вода, заливаем. Одну доску. Блин, дров уже нету тоже, кстати. За это все надо было позаботиться летом. Ну, в смысле летом. Ну, надо было, короче, позаботиться еще осенью. Оно у меня кончалось, и я его так не добывал.
У меня вопрос, когда оставлять комменты под видео на YouTube, если премьера стрима находится только следующим днем? А, ну как, он с утра обычно идет, то есть ты можешь оставлять комменты, если ты на премьеру приходишь, она состоится где-то примерно в 10 часов утра. То есть 2 часа идет стрим, у тебя 2 часа есть на комменты, ну грубо говоря. На крайняк я читаю их после, уже вот этот стрим пройдет, я потом прочитаю, если я даже не успел зайти там посмотреть, да? То в принципе на то есть через одну серию я уже эти комменты знаю, ну, типа, читал, я уже знаю, что вы там предлагаете. По факту, вот с прошлого стрима я. На прошлом стриме я все прошлые комменты, которые были важные, прочитал. Ну, я их озвучил. Поэтому, если вы пишете, я их читаю. Просто вопрос в том, что бывает, да, бывает так, что я вот не успеваю на следующий стрим прям прочитать, потому что действительно там 2 часа разница. Не всегда успеваю зайти. А вообще я их читаю. Я после вот этого стрима зайду, по-любому почитаю. Так что. Оставляйте, если что-то важное прям есть, оставляйте. Так. Чё, всё, я спать иду. Значит, ещё кое-что. Вода у меня, давайте возьмём. Так, это есть. У меня в холодильнике хоть что-то осталось? Ага, пропало. Ладно, я понял. Блин, всё потихоньку начинает пропадать. Этот на самом деле очень фигово, что оно всё пропадает. Витамины, жиры подняли. Ой, витамины, точнее, углевод, белки, жиры подняли. Осталось что-то делать с витаминами. Тут витамин вообще 4 только дает. Это пипец. Это мало. Это очень мало. Так, насчет пропилена. Нам столько не надо. Мы возьмем с собой в поход по 4 на каждую шахту. Возьмем, давайте, если по 4, то еще 2. Вот так, еще 2. Вот. И поделим их сразу. Одна и одна. Вот так. Оп. Блин, да что за фигня? Это все сюда. Эти 4 для шахт я уже сразу заготовлю, чтобы заливать. Так, это сюда. Жира тоже надо, наверное, избавиться от него. Нам просто не нужен. Бандажики тоже нафиг. Блин, бандажей столько, что просто капец. Хоть бери, не знаю, что делать с ними. Жопой жуй. Арбуз можно съесть. Жажду дал еще чуть-чуть. Ну ладно. Все, почесали. Давайте спать сначала. Спим до утра. До 7 утра. Встаем, идем на шахты первым делом. Все. Так. Что у нас тут? Печка? Печки. Справитесь? Вот это вот главное, что справилось. Тут еще половину. Нормалек. По еде. Ну, жажда. Мясо одно съедим еще. Ну, зачем мне столько мяса, если я его не ем? Так. Съесть. И одно в поход, наверное, с тобой возьму. А я что, не могу тебя добрать? Вот так. Все. Вода у меня есть. Еда у меня есть. Огурцы выросли, а ну? Блин, еще растут только. Ладно, я огурцы уже приду, попробую сожрать. Должно мне этого хватить. Так, отправляемся. Одеваем курточку при выходе из дома. Пьем воду. Значит, перегруза у меня нету. 19 вообще. Ну, я должен забрать все ресурсы оттуда. С моих шахт. Ну, поехали, порулили. А, стоп. Знаете, что надо проверить? Надо проверить, или все-таки работает у меня вот эта добытчица, потому что она могла ночью отключиться. Включить. Работает. Все. Потому что, видите, на масло надо добывать. Она, видимо, ночью батарея разрядилась, она отрубилась. Надо 2-3 батареи построить, тогда будет все четко. Но пока не добудем до хрена масла, как бы об этом нет смысла даже мечтать, потому что мы электрические детали не можем произвести. Наверное, когда конетык будет? Вечером, если будет, то вечером. Вот нас также маразматик 32 минуты назад поддержал на 55 рублей. Написал, самое главное, что дают золотые слитки. 0.25, вот так и формится золото. Так, это походу кто-то опять на ютубе перепутал стрим с этим, с прямой трансляцией. Блин, ребята, ё-моё.
Ладно, я просто не понял, думаю, странно, у меня звука доната не было 32 минуты назад, я не стримлю еще 32 минуты. Я думаю, что за, блин, приколы такие странные. Откуда донат раньше стрима, я ничего не понял. А тут оказывается, что парень на этом, на ютубе, на премьере какой-то. Вообще, что идет у нас премьера? По-моему, второй стрим это этот. А нет, стоп. Второй стрим у нас, первый был про зомби, второй про РДР-ку. РДР-ка сейчас, походу, стрим идет на... Ну, запись стрима идет на Ютубе. Так что, вот так. Блин. Ребята, ребята. Не, ну, с одной стороны, конечно, это весело, что некоторые еще этого не понимают. Но самое вот удивительное, что я уже заметил вот не раз, что за последние дни именно донатят там 50 по 100 рублей на Ютубе вот во время премьеры. Как, мать его, люди не видят, что это премьера? Там же пишет, блин, премьера. Не, ну я тоже, конечно, не вижу, согласен, я тоже часто много чего не замечаю. Но, блин. Я, допустим, ладно, я в игру просто играю, там что-то не заметил, окей. А тут люди, блин, донатят, ждут ответа и не понимают, что... Как бы им не ответят на этом стриме, ну никак. Так, 4 это слишком много, давайте 3 зальем. Даже 3 это слишком много. На самом-то деле. Давай 2 проверим. А ну сколько 2 заливают? 2, наверное, лучше будет залить. Да, лучше 2. Так, ну алюминия у нас хоть жопой сейчас жуй. А я буду сейчас перегружен. Это точно, да. Я буду перегружен, поэтому надо, наверное, избавиться от камня. Так, добывай. Хорошо, ну блин, уголь. Алюминия дофига. Все, сейчас наплавим то, что нам надо. Алюминий, кобальт. С ним проблемы будут решены. Маленькая дымка. Фига себе. И на этом спасибо. Так. Давайте на вторую шахту. Забираем отсюда лут, отправляемся домой. Отправляемся в дальний город. Надеюсь, там будут как раз те рецепты. О, тут еще тогда было красиво, прям много. Я это все точно не унесу. Сколько у меня перегруз? 82. И что оставлять? И что оставлять? Давайте уголь оставим. А его нельзя назад поставить, блин! Сука, что делать? Ладно, уголь не такой важный. Сколько у меня веса, а ну? 78, еще 77, 76, 75 и 1. И давайте 11 солома. Вот так. Должно сейчас хватить. 74. Даже один еще можно... Уголек, наверное, заберем. Я перегружен. И 2 соломы выкинем. Блин, затарился просто... Блин, вообще подкап. Как-то говорится. Подкап. Ладно, валим домой. Это все плавить надо теперь. А, стой, заправить. Валим домой. Забыл. Вот такое мне иногда бывает. Забываю заправлять. Ну, ладно. Так, 2, 3 это слишком... Хотя... Да ладно, на тебе 3, пофиг. Я сейчас такой добрый, потому что есть ресурсы. Не было бы ресурсов, я бы уже тут, блин, просчитывал все, чтобы максимально экономно это потратить. Но... Допустим. Параллели прям прямиком. Сейчас собираемся, ставим это на плавку, собираемся, наверное, в город. Ну, делаем 2-3 плавки, чтобы переплавить хотя бы этот алюминий, чтобы мне просто его складировать некуда. Я сундуки сейчас не забывал им. Делаю 2-3 плавки алюминия и кобальта, переплавляю это все в слитки, ставлю слитки на полки. И валим в город, дальний город, искать последний рецепт. Находим рецепт, дальше возвращаемся, ну, если находим рецепт, возвращаемся на базу. Начинаем собирать глину и камни, делать песок и глину, мешать в цемент и цементом заливать пол. То есть по факту зальем пол, сможем, ну да, улучшить полностью основание дома до кирпича и цемента. И как бы второй верхний этаж не трогаем, электричество у нас есть, достраиваем еще одну батарею, еще, наверное, один ветряк, либо батарею и еще 2 солнечные панели.
Как бы все. В принципе, почти будет максимально все показано в игре. Единственное, что еще консервы. Если стол найдем, то еще консерв пару закроем. Посмотрим, там как-то рагушка готовится с этих кукурузы, я знаю. Кабачка, типа там что-то можно это помешать, закрывать. И все офигенно, короче. Так что так. Ладно. Вот туда. Вот, Вован, у вас же бот на Ютубе еще остался. Я даже не помню. Возможно, да. Сделал, чтобы каждые 5 минут писал, что это премьера. Да блин, это все не поможет. Ты думаешь, те люди, которые не умеют читать, что пишет в этом, в стриме, сам что-то пишет там премьера, они будут читать то, что пишет бот? Я очень сомневаюсь. Если человек это не читает, он, ну, блин, он не будет ничего читать. Да пофигу. Поэтому я не вижу особо. Ну, как бы можно, конечно, добавить, но смысла особого в этом, я думаю, не будет. Так, ну что, у нас закончилось? На тебе уголек. На, блин, гори, детка. Ясным пламенем гори. Блин, кобальт, кстати, плавить сейчас не очень хороший для меня вариант. У меня некуда его складировать. Кобальта дофига, а складировать его некуда. Давайте сюда. Так, на тебе уголек. Поджигай, Вася, поджигай. Ну все, ребята, все. По металлу у меня все четко. Металл уже на капе у меня. Ну, на капе имею в виду. Всего хватает. Да, давай еще. Оп. Алюминку в первую очередь. Так, плавь. Хорошо, плавимся, плавимся, плавимся. Камни я не брал. Включу вам фонарь. А, огурцы. Пойдем посмотрим, что моими огурцами. Можно их собрать? Блин, воды не хватает. Ладно, не вопрос. На тебе воды, огурец один. На тебе воды, огурец два. Курточку снять надо с ТП. Сейчас, блин, начну умирать, забываю. Давай, снимай, потому что сейчас, блин, опять начнем умирать. Как обычно. Добавить снега. Так, пошли вверх. Огурцу раз. Огурец два есть. Кукуруза. Кукурузки последние выливаем. Блин, 7 капель воды. Даже нет дыни. Ладно. Волки еще какие-то воют. Гребаные волки позорные. На, польем это все, арбуз тут есть, тут. Короче, ладно, долили. Спускаемся, пусть оно растет. Сейчас два огурца съедим. Да блин! Еще один? Блин, как вы достали-то меня? Так, вода. Наливай. Раз, два. Так, это заправляй. У меня шкуры все равно эти не нужны. Я даже брать с него не буду. Кости, разве что можно взять. Остальное. Так, давайте, загружаем. Выгружаем. Алюминька. Боже, у меня слитков столько, блин. Вот именно столько слитков в инвентаре я еще ни разу не держал. Просто капец. Ну, именно разных слитков я имею в виду. Вообще, я так держал по 20 штук, когда готовился. Что-то там скрафтить, создавать. Блин, а куда это выкладывать? Твою мать. Так как вы достали меня? Ну, бляха-муха, ну сколько можно? Стоило оно того, скажи, зомби. Приходишь прессовать? Ну, блин, гад вонючий. Так, вот работает. Тут у нас два слитка забираем. Ага, куда? Раз. Два. Раз. Два.
Раз. Собака, два. Раз, два. Так, ладно. Выгружаем теперь все слитки. Ну, металла почти у нас есть 20 штук. Алюминки пока десятка есть. Сейчас будет еще 6, 7, 8. У нас будет 18 алюминки. 19 алюминки. Ну, то есть алюминки уже более-менее. А с кобальтом вообще печаль. У меня очень много кобальта. Еще медь есть одна. О, кстати, насчет меди. Давайте глянем. Этот экстрактор работает вообще? Молодец. Так, экстрактор почти готов. Еще две банки. Как раз он добудет. Так, уголек забираем. Только тебе там топливо? Нормально. Так. Давай этот пропиленчик назад. У нас 10 штук еще есть. А банки с маслом. Десятка. Отлично. Просто отлично. Как все пошло хорошо, не? Все, пацаны, это реально почти финалка. Я уже думаю, что все-таки эта серия будет точно последняя. Ну, при условии, что я найду этот, типа, рецепт последний на стол для готовки еды. Если я его найду, то все. Можете официально начинать поздравлять, мы прошли игру. Ну, весь контент, который был в игре, мы прошли. Причем тут уже просто, я уже даже не знаю, что я еще не делал. Я вроде прям все делал, прям все вот, что можно. Ну хотя ладно, вру, не все, что можно. Я ворота там не построил, такое по мелочам. Но это уже, я думаю, не существенно. Хотя мы сейчас даже построим. Вот сейчас пойдем в город, найдем рецепт. Ну при условии, что найдем его. И построим это по мелочам. Так, три камня. Давай, раз. Ну, алюминки дофига. Так, хорошо. Алюминку выгружай. 18 алюминки, железа нету. Этого нету. Кобальт будем собирать здесь, наверное. Сухим кирпичом. Так, это мне надо. А, кстати, я алюминку одну не поставил, да? Блин, печаль. А, ладно, печаль. Стоп, выгружай это все. Oh my. Вот там, видите? Так, это нам не надо. Это не надо. Это можно выкинуть. А что там с огурцами моими? Давайте посмотрим. Выросли? О, собрать урожай. Собрать урожай. Это другое дело. Раз. Два. Так. А, собрать урожай. Собрать урожай. Собрать урожай. Раз. Два. Три. Тут вода есть, тут вода есть, тут вода есть, тут вода есть, и тут вода есть. Отлично. Воды просто дофига, у меня еды до хрена. Так, поедим. Раз. Мне жиры, стоп, мне нужны витамины. Где витаминов много? Тут 10, здесь 10. Да, что-то как-то вообще не густо на самом-то деле. Ладно, кукурузу поедим. Ладно, все. Пошли, значит, в город на исследование. Главное, чтобы зима меня не... А, блин, кстати, а если буран начнется? Я забыл. Сейчас у нас какой месяц? У нас сейчас январь. У меня еще февраль. То есть, блин, еще... Да, еще, конечно, долго придется в этом всем говне копаться. Смотрите, блин, как вы меня затрахали вы меня? Где вы? Че тебе надобно, тварь? На, блин. Вы со следующего года что, регулярно будете ко мне приходить? Кстати, вот огурец растет. Это зимние огурцы. Зимние огурцы, пацаны, понимаете? И девчонки, это все. Так. Раз уже такое дело. Надо один уголь кинуть в печку, чтобы тут ничего не замерзло. Да, кобальта вообще до хрена. Кобальта, блин, я не знаю, хоть жопой жуй. Ну да, это кобальт. Так, два камня еще сюда. И два туда последних берем. Раз, два. Все, пускай камни. Значит, металл мы весь переплавили. А по факту медь поставили. Так, кобальта я поставить не могу. Этого не могу. Значит, кобальты сюда все. И отправляемся, все, поход.
А, всё, я забыл, через альт можно, сам забываю. Не понял, что там не посадил, что ли, не все растет. Ладно. Ладно, а, это огурец, который я нашел на улице. Все, это тоже сюда, поехали. Так, белки, берем с собой мясо, наверное, это съедим. И одно возьмем с собой, вот это вот, например. Лично. Белки же, витамины же. Ну, нормально. Поспал я хорошо. Время у нас 12 часов дня. Идеально. Отправляемся в дальний город. Сохраняемся. Одеваем курточку. Видите, как играм я уже натренировала? Я уже выхожу из дома, знаю, что надо одеть курточку. Так, нам аж вот сюда. В противоположную часть карты. Бежать будем, наверное, долго. Но начнем поиски оттуда. Для тех, кто не в курсе или первый раз пришел на стрим, объясняю, что мы делаем. Нам надо найти рецепт. Называется он... Сейчас, даже точно вам скажу. Вот. Металлическая печь. Нам нужна металлическая печь. Ну да, металлическая печь. Металлическую печь сейчас сделаем. Остальное все у нас открыто, все рецепты. А, ладно, там, а там работает интересный экстрактор? Я поспал, я его включил вообще? Блин, идем посмотрим. Это надо проверить, потому что целый день просто в простое мне не нужен. Сейчас пойду гляну, или он включен, или масло добывает. Если масло добывает, то хорошо. Ну, на всякий случай вернемся, пока не ушли. Потому что я хочу прийти, чтобы у меня было нормально маслица. Добываешь, да? О, зашибись. Поехали. Солнечные панели справляются. Мардалан, почему так мало стримишь соло? Мне нравятся твои стримы соло. А игры нужны подходящие. Плюс у меня аж, ну, типа там еще личная жизнь, все дела. Я же не один живу, скажем так. Короче, женат я, поэтому надо уделять время-то и семье. Ты не можешь все время стримить круглосуточно. Поэтому, блин. Игры, если бы какие-то интересные игры. Вот мне, например, нравятся игры выживания. Вот типа что-то этого, да? А если она еще там мультиплеерная, то прикольно, мы еще с Димоном можем просто выживать. Димону такие игры меньше нравятся, он так к ним относится, знаете. Вот, но, блин, вот если в команде там что-то интересное, то он играет. Вот, например, в эту игру, я думаю, он бы тоже играл. Ну, до того момента, пока не кончится контент. Это я сразу подчеркиваю, чтобы вы понимали. Мы играем не просто, знаете, вот, миллион серий одного и того же показываешь, такой, не знаю, чем заняться. Вот сегодня, например, в планах у меня было фазмофобию поставить. На самом деле там все мы знаем, но чисто вот как просто давно не играли. Уже сколько, недели две мы не играли в фазмофобию где-то, наверное. Ну, порядка двух недель. И вот просто чисто зайти посмотреть, там сегодня вот патч опять какой-то ставился, там по 12 мегабайт. Какие-то патчи они постоянно выкатывают. Зайти чисто посмотреть. То есть как бы стримчански сделать и посмотреть, сколько они... Они выпустили порядка 6, ну, чтоб я не врал, не знаю, 5 где-то, наверное, патчи. Они выпустили 6-5 патчи за эти две недели. Да, не все фиксы, но, возможно, где-то какие-то крики добавили, что-то страшное замутили. Это будет интересно, я думаю. Так что так. На хардкоре в Rimworld не хотел бы начать играть? Да, блин, Rimworld это игра долгострой. Меня, знаешь, чем Rimworld начинает бесить на самом-то деле? Вот я играл в нее, она так вроде неплохая, все клево, но меня начинают бесить эти вот рандомные события. То есть, они, может быть, рандомное событие, например... Типа, что придут к тебе там три робота, а может быть рандомное событие, что тебе придут армия целая придет, или жуки там заспавнятся в пещере. Ну, по факту, это конечно, это плюс игре, это просто меня бесит. Я сейчас имею в виду, что мне именно меня подбешивает, что оно постоянно разное, ты там сохраняешься, например, потом тебя убили, ты загружаешься, ну, допустим, да, и у тебя уже совсем другое событие, такое, бляха, типа, опять все новое. Ну, с точки зрения, типа, интересности, это круто. Потому что реально, когда у тебя разнообразие такое есть, это наоборот делает реиграбельность высокую. Это для игры хорошо. Это просто я, типа, ну, меня это подбешивает немного. Потому что я, например, там, вот, объясню, почему подбешивает. Я, например, себе готовлюсь, ко мне должны прийти жуки, да, я знаю, все, сейчас придут жуки. И я такой, так, чтоб меня жуки не убили, мне надо, допустим, там где-то уже готовить, начинать муровать пещеру. Я иду, начинаю ее муровать, допустим, начинается событие, ну, я считаю, что должно начаться событие жуков. Я там все готовлю, а бах, начинается событие, к тебе высаживаются какие-то космиты. И ты такой, бляха, я зря муровал эту пещеру. Я зря тратил на это время. И вот в этом плане она меня немножко подбешивает. А вообще, ну, это как раз прикольно, что ты постоянно... Что-то неожиданное с тобой происходит. Блин, я когда-то криво побежал, мне вот так надо будет сейчас бежать. Надо было, наверное... А, ну хотя я все равно отсюда, так что да. Это в прошлый раз я отсюда шел. Валим.
Минус 9 Цельсия сейчас на улице. В принципе, не особо холодно на самом-то деле. Так, нам туда. Валим. Вот если ты начнешь на хардкоре голом, то игра там обычно не очень долгая. Ну, тем более, а какой-то смысл показывать, если ты даже понимаешь, что игра будет не очень долгая. Чтобы в Римвард играть, тебе, ну, на хардкоре, тебе для начала надо понять все аспекты игры, разобраться в игре хорошо. То есть, либо играть с другими игроками, то есть, ну, я имею в виду сейчас с союзниками. То есть, ставишь максимальную сложность, берешь себе в мультиплеер там 2-3 игроков. Ну, правда, не таких игроков, которые, знаете, вот таких игроков мы не любим. Вот когда ты берешь, почему вот мы берем Арбонда там и Нида с собой, берем вот ребята, Малифу того же. Потому что ребята, они понимают, когда надо там говорить, а когда надо молчать. Ну, грубо говоря, они понимают, когда вот не надо просто забивать весь эфир криками непонятными или там какими-то стонами или какой-то ерундой. То есть ребята просто играют. Они заходят не для того, чтобы играть с нами. Вот у них главная цель не поиграть с нами, а просто поиграть в игру. А мы как компания у них. Вот это мы ценим в людях. Ну, в плане, мы ценим тех, кого мы берем себе в игру там и так далее. Вот и Нид то же самое. И Нид просто приходит с нами поиграть. Ему не надо кричать там, вот я на стриме, я там сейчас писюн вам покажу или что-то еще. Ну, типа вот в таком духе, да? Вот, а некоторые ребята, которые залетают в стрим, это тут часто даже можно заметить на таких играх, когда мы играли вот в пати, как она называлась, блин, уже вылетело с головы. Among Us. Ну, такие вот игры. Даже фазмофобию часто, ну, бывает такое, что залетает. И ребята, вот они пытаются, вот я на стриме, надо что-то сказать, да? А сказать ничего не может, потому что, ну, умного ничего не придумал или там смешного. И он начинает просто забивать эфир какой-то хренью. То есть, ну, блин, оно неинтересно, не смешно, оно глупо. Оно со стороны смотришь, думаешь, блин, чувак просто срет в этом, в войсе, и ты, блин, и тебе неинтересно, и ты не можешь ничего нормально сказать, потому что он там постоянно что-то пукает каждые 10 секунд, непонятно зачем и, ну, к чему это. И получается, что, ну, не дает проводить нормально стрим с точки зрения вот, наш. Вот поэтому мы не особо мультиплеер берем, кого попало. Поэтому берем тех ребят, которые вот мы видим. Вот Алифа тоже спокойный чувак. Спокойно играет. Арбон то же самое. Он вообще, Арбон в последнее время вообще даже часто молчит. Я уже говорю, Арбон, ты там жив, блин, когда играешь. Что с тобой, что ты молчишь? То есть вылетел, что ли? Арбон настолько тихо в последнее время сидит, что вообще аж перебор, знаете? То есть как бы... Баланс должен быть во всем. Когда ты вообще просто заходишь в войс, и ты молчишь постоянно, это тоже не ок. Потому что, блин, ну смысл тогда такого войс. То есть человек должен понимать, когда есть смысл там прикалываться, когда шутка уместна, когда это неуместно, когда там, ну, иногда можно потроллить. То есть, да, ну все, вот тут нормально, ты потроллил, там, то есть поприкалывался, там, не знаю, даже посрал там в войс 2 минуты, не дал ничего сказать, чисто просто по фану, чтобы поугарать там над кем-то, если это уместно, опять же. Все, это нормально. Это я к тому говорю, что вот играть в командах, оно прикольно. Но когда с тобой прикольно, ну, нормальные люди. Когда с тобой просто кто-то залетает. Вот особенно почему Димон вот особо даже не переваривает, когда школьники там, ну, мелкие дети заходят. Потому что дети не понимают, они не видят грани. У них нету, знаете, вот это вот чувство. Когда вот стоп уже, когда давай остановись немножко, пора стопорнуться. Твою мать! Стопорнись, Вован. Бляха-муха. Вован. Что ты сделал? Что ты наделал? Вот как сейчас. Вот сейчас было бы уместно, если это было со мной, поугарать надо мной. Я бы это прекрасно понял, но в плане я бы даже сам над собой еще поугарал. Ну, потому что, блин, реально, пойти в дальний поход и не взять с собой самое основное воду, это, конечно, надо быть Вовой. Надо быть мной, потому что так и я. Такой, пошли в поход. Такой, а что-то мы взяли? А нахрен нам что-то брать, идем просто в поход. Так что вот так вот. Вот Арбон, кстати, 11 минут назад подписался на 7-й месяц. Спасибо тебе, Арбон. Я просто, блин, так увлекся разговором, что даже не заметил. Про то, что ты... О том, что ты подписался. Сейчас будем крафтить костер, что нам это делать. Я, конечно, знаю, как выжить. Вот если бы это была моя первая игра, я бы даже не знал, что делать. А так, на изи. Сейчас мы, блин, с вами выживем. Дрова, не вопрос. Дрова. Троллинг, у тебя больше там сапки получили те, кто даже не отвечал на стримах. Ну, я тут ничего сделать не могу. Это
рандом, это ж подарочные сапки, то есть их дарят люди, и как бы тут, ну, я ничем не могу в этом, как бы, справедливость какую-то там настроить, если вы считаете, что это несправедливо. С одной стороны, да, но это подарок. Это подарок от тех, кто поддерживает канал. Поэтому тут, ребята... Ну, чисто рандом, знаете, повезло, не повезло. Так, лады, это сделали. Теперь раз, два, три. А, давай, пофиг, пусть горит. Так. Прикиньте, а вот сейчас, сейчас самая жесткая подстава, которая может быть, это если бух и зима закончилась. Ой, нет, что я делаю. Бух и зима закончилась. Ты такой, черт! Да, я умирать начал. И ты такой, черт, зима закончилась, снег растаял, а тебе надо воду искать. Ой, блин. Давай, давай, давай. А, я могу, кстати, арбузик съесть. В принципе, жажду немножко повысить, чтобы пока не умирать. Но воду сейчас мы приготовим. Мне кажется, тут, блин, было что пожрать на самом-то деле. Я как бы воду решил сделать, потому что дыньку жрать, углеводы у меня на максимуме. Смысла еще жрать не вижу особого. Вот и все. Так, запоминаем, где это место, а ну смотрим. На карте, вот оно. Вот тут вот, короче, у меня костер будет. Прям, блин, еще бы запомнить это место. Хотя ладно, нахрен, я сюда, наверное, больше никогда и не вернусь, мне кажется. Если я сейчас... Если я сейчас найду то, что мне надо, ну, последний рецепт, то я сюда и не вернусь. Смысла не вижу. Так, олени всякие бегают. Где же, мать его, последний рецепт? Почему я думаю, что вот в этом городе, куда я направляюсь? Знаете почему? А потому что именно в этом городе я первый раз был... вроде первый раз я пришел в этот город в самом начале, когда только первые стримы были. И я именно там его облутывал. Я первый раз не знал, что рецепты можно искать на полках. Ну, точнее, я не придал этому внимания. Я, в принципе, может быть, где-то подсознательно и понимал, что если книги, то они должны стоять в специальных книжных полках. Но, типа, в тот момент, когда я лутался, я не думал об этом. Поэтому, скорее всего, где-то там я забыл рецепт в тех домах. Сейчас мы как раз туда вернемся и посмотрим. Если реально рецепт там, хорошо. Если он не там, фигово, придется идти в другие города. То есть надо будет сделать такой круг по этим, по поселениям. Так что так. Унеси в лагерь костер. А нафига мне он в лагерь? Да блин, ребят, нахрен мне этот костер еще в лагерь нести? Вы че? Мы че, бомжи? У меня в лагере два костра. Одним я из них никогда не пользовался, ни разу. Один костер у меня стандартный перед входом, я на нем все жарю. А второй костер у меня, если вот выходишь из здания, то есть я вышел, да, поворачиваешь направо и еще раз направо, то есть за здание, идешь вот вдоль грядок, там в конце стоит костер. Я вот костер делал для чего? Я думал, что я на первом этаже сделаю себе грядки и зимой буду, ну, брать в тот костер, выливать воду, жарить воду и через окно, типа, черпать просто флягой воду прям с котелка костра и поливать сразу, ну, типа, эти грядки. Но так не получилось, потому что я, блин, просчитался в том моменте, что мне надо снег будет набирать. А чтобы снег набрать, надо выходить на улицу. Тогда смысла просто уже никого нету. Если ты выходишь на улицу, то из того костра просто вообще никакого резона. Так, значит, блин, вот как это переключить вид? А это где я был только, видите? Значит, давайте пойдем лутаться. Надо сейчас все дома пройти. У нас 5 часов вечера, в принципе, время нормально. До лутания есть часика 3-4. До темноты. Так, запоминайте, мы спускаемся вот отсюда и идем в первый вот в этот дом. Нужен рецепт. Нужен, мать его, рецепт. Это будем искать. Смотрите на шуфляды, полки, на все вот это вот. Так, включай фонарь. Тут, по идее, все залутано. Видите, в игре лут не восстанавливается. Аптечку возьму. Мусор возьму, смотрите, хорошо. Первый раз, когда заходил, я считал, что это все барахло. Вот тут может быть, например, видите? Рецепт. Вот там. Я по-любому где-то его завтыкал. И надо сейчас найти, где я завтыкал. Потому что если не найдем, то будет печально очень. Причем очень печально. Так, вот тут нет? Нет. Возьмем это. На верхний этаж. Тут еда уже пропадала. Это семена, наверное, пропали. Так, этот дом пустой. Дальше пошли. Правильно же я все делал?
Не понял я вас, конечно, зомбари. Это вообще какие-то вы, блин. Что-то я шмаркаться начинаю, возможно, заболеваю. Это странно. Вроде не должен. Так, это возьмем. А, нигде полок? Вот полки, стоп. Может, тут где-то. Тут? Нет. Тут? Нет. Блин, нам где-то рецепт гребаный нужен. Собака, где же он может быть? Тут я был уже? Да. А в той комнате? Пошли наверх. Ну, наверху обычно ничего нет, они тут, видите, не прорабатывали. Разравы, можно спускаться. Так, второй дом проверен. А, не он. Выходи. Так, откуда я спустился? Стойте, теперь давайте сообразим, потому что я уже сейчас запутаюсь опять. Я спустился вот оттуда, да, я пришел? Да, значит, этот дом я лутал, следующий. Ты как-то странно, ты зомби бегаешь. Так, идем сюда. Значит, вот эти два дома. Да. Этот дом. Заходим. Блин, последний гребаный рецепт. Ну где ты можешь быть, а? Где я тебя, блин, не заметил? Да, блин, вы достали зомби, то пошли нахрен. Я тут, понимаешь, делом занимаюсь. Ну где ты, давай. Ой, блин, буран начался. А вот это очень плохо. Давай. Твою, блин, еще и не попал. Так, дело очень плохое. Нам надо срочно строить костер. Быстро, 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 строй костер. Блин, где он? Хранилище, верстак. И да, костер. Делай. Делай. Поставил тейп. Камни закидывай. Одного камня, блин, не хватает. А твою мать. Руби. Блин, буран, буран. Ты так не вовремя. Так вот ты не вовремя. Добыть урожай. Добыть урожай. Палки, быстрее. Выкинь это. Так, один камень. Камень, 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 камень. Блин, где тебя найти, камень? Сука! Вот камень. 3, 28, 27 хелсов. Умираю просто как склоняра. Не знаю, ли костер спасет, но будем пытаться что-то сделать. Так, вот тут я вот это сделал. Быстренько, быстренько. Где он? Так, дрова, 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 дрова. Палочку, давай хоть палочку кидай. Где бревно? Я... Блин. Кинь, 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 кинь. Ой, блин, я чихнул, ё-моё. Я реально замерзаю. Сколько? Минус 24. Я умираю? Сука, я походу умираю. Да, я умираю. Блин, что делать? Ладно, аптеку юзнем, если что. Релы мне не нужны, конечно, но ладно. 12. Юзай аптеку, пофиг. 75. Так, надеюсь, он недолго продлится. А ну, если на костер вообще встать? Фризинг. Да какого нахрен фризинг, ребята? Минус 24,5. У меня одежка хорошая. Ну ладно, у меня обуви, конечно, нет. Тут я не поспорю. У меня нет обуви вообще, ни капельки. Ну пофиг. Та-та-та-та-та-та-та. Что делать? Температура тела минус 3,8. Все равно фризинг. Блин, я умираю.
Арт, будь здоров, спасибо. Говорил, я же говорил, костер нести с собой. Это я новый построил, так? Да смысл, вот смысл тут нанести. Что бы мне помогло? Все равно я замерзаю под костром даже, видишь? Это бестолку. О, буран закончился, что ли? Да. Отлично, отлично, все. Давайте съедим огурцы, они восстановят хелсы. Раз. Два. Белков сожрем. Так, а воды у меня есть? Есть. Попьем воды. Хорошо, все. Отлично. А какой дом лутать? Блин, я вообще потерялся. Это мы проверили, да, дом? Да, мы вышли. И какие... Откуда я пришел? Я пришел вот оттуда. Значит, вот те два дома облутано. А, ну там точно те два дома? Давайте посмотрим. Раз. Два, три. Да. Значит, вот этот дом, потом тот и те. Ну, давайте по очереди кукурузку возьмем. От вашего, блин, как вы меня достали? Вы реально зомби, вы такие твари. Так, ну чё, вот тут книжка, будь, пожалуйста, где-то. Я убегу сразу, я даже лутаться не буду, нет смысла. Мне просто найти одну книгу надо. Ну, где же ты можешь быть? Это ты? Нет, не ты. Один грёбаный рецепт. Один, сука, грёбаный рецепт. Стекло, стекло вообще можно не брать, бесполезная вещь, только копейки стоит. Нету тут ни черта. И тут ни черта. И тут ни черта. А там, там наверх. Ладно, давайте еще тут проверим. Стоп. Не бачу, буран опять, что ли? Это я проверял. Ладно, идем наверх. Но наверху вряд ли будут рецепты. Так... А, стоп, это второй этаж. Нормально, значит, тут может быть рецепт. Смотрим. В каком городе я мог его забыть? Ну вот кто из вас подскажет? Где реально его можно было забыть? Походу, в этом доме тоже нету. Спускаемся. Так, выходим через эти двери. Так, в этот дом зашли. И нам надо было... От какой дом? Стоп, я пришел вот оттуда, значит... Раз, два, три. А ну еще раз. Я пришел вот оттуда, да? Этот дом я лутал. Вроде лутал, да, открыт. Да, костер. Значит, вот этот дом. Черт. Пластик? Ладно. Я этот дом что, не лутал? Как я пластик мог не взять? Это я, конечно, блин. Зачудил. Смотри внимательно на улице рядом с домом еще. А что, могут быть там рецепты? Окей, я понял вас. Просто я не думал, что рецепты могут быть. Я знаю, что там рядом около входа в доме там такие всякие грили стоят, и там может быть что-то. Но я даже не смотрю туда, потому что, блин, рецепт. Серьезно. Кто будет туда засовывать рецепт? Хотя, с другой стороны, это же все-таки игра. Может быть, что хочешь. Вроде тут я все просмотрел, нет, там... Опа, книги появились, или мне показалось тут? Ладно, валим вниз. Давай, 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 по одному, твари. Я в этого... О, слиток металла дал один. Так, что у нас с весом? Ну, это нафиг. Так, я вышел с этой стороны. Значит, тот дом я проверял. Да, блин, достали. Идите нахрен. Зомби, давайте. Чего мне имется? Я вас всех перебью. Я вас всех истреблю. На этой планете останусь только я один. И Питрик, который улетел. Так, тут я был в этом доме, я... Боже, вас тут наспавнило. Либо разрабы подправили эту тему. Так, я был в этом доме? Да, я был в этом доме.
Это я тут дверь просто не открывал. Так. Значит, теперь у меня этот дом. Боже, я сейчас запутаюсь, где я был, где я не был. Но этот дом, по-моему, вообще мелкий очень. А вот. Так, а ну смотрим, что тут есть. Вот, где она была. Технология чертежа печи. Есть, детка, все, можно валить. Уходим. Я в этот дом не зашел. Твою ж мать, надо же было так, смотрите. Тут я реально не был, тут куча лута. Кирпичи, блин. Все, ребята, все есть. Валим домой. Два пластика. А хотя, знаете, давайте еще вот эти домики проверим. В маленьком доме технология печи была. Сука, я ее не нашел. Питрик, ты ли это? Сало, пропиленка, бандажи. Кости. Не знаю, правда, нафига я это все собираю. Вот металл это хорошо, на самом-то деле. Так, что здесь? Смотрите, кости. О, ну, запчасти эти, это очень хорошо. Не, я все-таки еще долутаю пару домиков, ребят. Вы, простите, электрозапчасти, блин, на ровном месте найти, но это многого стоит, если честно. Так, тут что у нас? Ну, рецепты все, я даже не смотрю на полки, потому что рецептов... А я здесь был, да? Да, вот это мелко мне нашел вроде, стоп. А, нет. Короче, ладно, идем домой, все, пофиг. Все, хорош. Говорит, Вован, операты завтра, вот Рабон спрашивает, после завтра пойдем? Завтра у нас все воскресенье? А ты говорил, что ты до понедельника занят, Арм. А пойдем завтра, если ты завтра свободен, давай завтра в пирата сгоняем. А что, нет, там ивент новогодний ты рассказывал, начался, посмотрим, что за ивент. Говорит, я все жду стрим по РДО. Сегодня первый раз на трансляцию попал. А по РДО, Не, подожди, как она? Red Dead Online, да, ты видишь? Ну? А дело в том, что по РДО... мы не знаем, зимой он что там делать. Но игра такая, она, блин, может быть, но... Она реально какая-то скучная, вот как мне кажется. Вот что-то, блин, смысла нету. Понимаете, нет конкретной цели в игре. Опа, это что, арбуз был? Это был арбуз. Это был арбузик. Поешь. А, давай это и давай вот это. Шикарно. Просто шикарно. Шикарно. Мы нашли все, что надо. Сейчас строим печь. Строим, блин, этот, бетономешалку. Делаем бетон, делаем печь. Жарим, делаем консервы. Заливаем пол бетоном. И мы с вами все. Мы прошли игру. Может, меня поздравляют тогда. Ну, короче, что хотите писать. В мере разумного. Кстати, вот еще оформил подписку на третий месяц у нас Marley Inc. Спасибо, Marley Inc. Я немножко с запозданием их читаю, потому что я тут лутаюсь, сражаюсь, вам рассказываю истории. А плюс у меня... Знаете, как я сейчас смотрю на экраны? Блин, вам надо мое рабочее место, знаете, чтобы вы поняли, насколько у меня сейчас все не так, как раньше было. Раньше у меня было два Моника. Я через два Моника все делал. Сейчас у меня три Моника. И они стоят, у меня один по центру. И все, короче, 25-дюймовые все, грубо говоря. То есть все здоровые. И у меня получается, что я сижу от Моника на расстоянии где-то, ну, сантиметров, так чтобы вам не соврать, наверное, 70 где-то, ну, может, 80, близко, точнее, достаточно, я сижу к монитору. И из-за этого бывает так, что когда я смотрю в Моник, у меня вот верхний, левый, типа, верхний угол, правый верхний угол, и так же самое нижние углы, я не всегда замечаю там цифры. Вот в этой игре, например, у меня вот пишет минус 9,8 Цельсия, это верхний правый угол, да, нижний правый луг, левый, типа, нижний, это у нас там где-то как раз вот перегрев. И вот из-за того, что вот так оно, ну, как бы, скажем так, сделано мелким шрифтом по углам, а я сижу близко к монитору, я не замечаю, что в углах происходит экраны. Я часто поэтому не вижу вот этих вот моментов, я просто их, ну, физически не вижу. То есть как бы боковым зрением даже не улавливаю, потому что слишком мелкий объект. То есть, если я начинаю думать, так, надо посмотреть, я сразу взгляд перевожу туда. Так вот, это один монитор, я смотрю в него. Монитор с чатом у меня находится с правой стороны.
И он как бы на мониторе получается левая сторона чата. То есть специально, чтобы я далеко взгляд не переводил. Микрофон стоит между мониторами. Ну, он выдвинут так на меня и между мониторами. А донаты все стоят, чтобы вы понимали, с левой стороны, на левом мониторе. Мне придется башкой туда-сюда вертеть, чтобы увидеть. Так что это я к тому, чтобы вы понимали, что сейчас, блин, я башкой туда-сюда, это посмотреть, кто там подписался, кто не подписался. Конечно, это все можно сделать на одном мониторе, но на одном мониторе будет некомфортно, потому что тогда мне придется слишком далеко голову поворачивать, чтобы смотреть прямо вот вообще. Типа, ну, за донатами и за чатом. У меня просто и там ОБС-ка программа, поэтому я даже когда ОБС-ка начинает где-то там, ну, теряет какие-то кадры, я не всегда даже замечаю это со старта, потому что мне надо вообще поворачивать там в правую сторону голову до конца, потому что оно на правом мониторе с правой стороны ОБС-ка со всеми там программами настройки. Ну, короче, геморройно, я вам так скажу. Говорит, Вова, когда пираты? Завтра, я так понимаю, если Арбонт предлагает завтра, то завтра. Вот говорит, может завтра, если не получится, то 100% послезавтра. Дело в том, что мне надо желательно знать, потому что если мы завтра проводим пиратов, тогда завтра я никуда не еду. Если, ну хотя я не знаю еще, блин, на такое дело, это пока я... Короче, не знаю, ребят, мне надо, блин, еще посоветоваться. Я же как говорю, я же, типа, уделяю время не только стримам и играм. Поэтому завтра я могу куда-то уехать, так что я не знаю, или завтра еще точно пираты будут. Если вдруг к вечеру вернусь, то вечером можно пиратов поставить. Это же сложно начать жизнь стримера. Но на самом деле это не сложно, это просто... Типа время, привычка. Всегда, вот когда ты только что-то начинаешь делать, всегда, типа, тебе кажется, ой, блин, там, ну... Знаете, хорошо, когда это сложно и когда это интересно человеку. Вот это хорошо. Когда человек идет, допустим, в какой-то бизнес, дело, неважно, куда-то идет с целью не получать удовольствие от процесса, а зарабатывать на этом, ну, скажем, там, зарабатывать, или какие-то другие у него интересы в этом, но не получать, то есть нет у него в критерии получать удовольствие от этого. Это все фигово закончится. Никогда это хорошо не кончается, как бы ты ни старался. Ну, то есть не то, что как бы ты ни старался, а как бы ты не, типа, скажем так, как это выразиться вам, вы поняли. Потому что если ты будешь стараться, ты будешь этого добиваться, но какими усилиями? То есть ты будешь стараться, но переступать через себя, чтобы делать то, что тебе не нравится. А это неправильно. Ну, то есть как бы да, оно будет тебе приносить деньги, да, ты будешь получать, зарабатывать, на этом существовать, но по факту это удовольствие не будет приносить, и рано или поздно ты сорвешься. То есть, ну, там, короче, качество будет падать от того, что ты производишь. Неважно, что это контент, программное обеспечение, мебель на заводе. То есть ты будешь что делать, как говорится, на от Е. Ну, вы поняли. Вот так вот. Поэтому, блин. Чтобы что-то начать делать, надо... Для начала надо понимать, что тебе это нравится. И ты хочешь этим заниматься. Вот тогда да. В других случаях лучше ищи то, что тебе нравится. Блин, стамина жалко, что постоянно кончается. Блин, ждать. Какие-то, блин, сделали бы какие-то баночки на алхимическом столе, чтобы можно было, типа, готовить себе экстракт выносливости, ты там его пьешь и бегаешь, ну, хотя бы там в два раза дольше, было бы прикольно. Говорит, интересно, крокодилы замерзают зимой? Не, я аж показывал в прошлом, в позапрошлом, по-моему. Зимой? Не, прошлой зимой, позапрошлой уже не было. Прошлой зимой я вам показывал. Пацаны, зомби-ночь! Это зомби-ночь, сука! Это зомби-ночь! Ну все. Да быстрее! Сука, на крокодиле, чем поле, меня еще зомби не это. О, блин! Сука!
Так, вы меня ранили. Перевязывайся. Крокодил, вон, видишь, вон он, крокодил. Блин, хорошо, что они меня не в лесу хотя бы встретили. Что у меня с перегрузом? Блин, нельзя много собирать лута с них. Сейчас будет перегруз. Так, пусть пока лежат, ждем. Еще где-то есть зомби, потому что красная, она не посветлела почему-то ночь. Значит, еще где-то идут. Надеюсь, они мою хату не ломают. Так, ладно, собираем. Два песка. Десять стрел. Что можно выкинуть из этого? Так. Валим домой. Повезло, что я пошел на крокодили чьи-то темы, а не сейчас в лесу бы с ними дрался. Так, окей, не так все плохо. На самом-то деле отбился я. Сколько у меня стрел осталось? 18, две стрелы где-то встрал. Но одну, я знаю, я в доме стрельнул одну стрелу, и она там промазала. Как бы я ее не подобрал. И одну где-то я еще промазал, когда в зомбаря, по-моему, стрелял. Да, было 19, сейчас стало 18. Ну, в принципе, окей, это все хорошо. Так. А вот крокодил зимой, с крокодил зимой это... Типа, это в игре так сделали. Чтоб ты кожу мог добывать. На самом деле, конечно, да, это абсурдно выглядит, согласен. О, кукуруза, смотрите. Возьмем. Так, мне белки нужны. Порулили сейчас. Та-та-та-та. Это зимний крокодил. Я таких не слышал. Что за зимний крокодил? Не понял, Питрик, это ты? Везде уже Питрики, кажется, как будто меня троллят с питком. Так, падай. Урон мы все равно не получаем, вроде. Все, от зомбарей отбились. Кстати, на самом деле, сколько пришло их? 8 зомбарей в этот раз? Можно посчитать эти по стриму, или они увеличиваются с каждой зомби ночью. Мне просто тоже интересно. Если они реально увеличиваются, прикиньте, ты 90 дней выживаешь, а к тебе там уже орда приходит не 5 зомбарей, 6, а там уже, блин, приходит там 25. И ты такой, ё-моё, отбиваться. Хотя вот... Единственное, что мне кажется, разрабам надо что-то еще переделать с их поведением. Они бегут тупо по прямой на тебя, они не мансят, они не пытаются там как-то вот... В том же 7 Day, да, ты пытаешься в голову зомбарю попасть, а он башку и так манси, ну, крутит, как будто она у тебя, у него там мало то, что поломано, так она еще, блин, он спецом это делает, знаете, взад-вперед, и право-влево поворачивает, чтобы вы не могли попасть. Это вот прикольно в 7 Day сделали. Тут этого не хватает, потому что здесь зомби, они кусок мяса. То есть... Если ты его сразу заметил, зомби, то зомби вообще не выживет. Он бежит по прямой, ему в голову попасть, это я даже подпускаю их ближе специально, чтобы наверняка. Потому что если ты промажешь, он тебе хит нанесет. Ну, то есть, вот боевка, она такая, очень примитивная. В 7 Day она вот получше. Сделать бы тут боевку, на уровень поднять, тогда было бы вообще топово. Надеюсь, разабы не забросит игру, будут ее развивать. Добавят мультиплеер. Прикольно бы еще было, если бы они сервера вообще запустили в этой игре. Да, конечно, с ресурсами пришлось бы что-то переделывать. Ну, добыча ресурсов. Но саму именно вот игру было, они бы доразнообразили, было бы интересно драться. Ты такой идешь себе куда-то, там чувак у тебя, да? Ты его бум и грохнул. Так, выдал, что если нет, ждем. Сколько времени я потратил на то, чтобы сходить в этот гребаный город? Я так и знал, что я там где-то книгу забыл, видите? Просто прямо, вот, блин, как чуйка подсказывала, что где-то там я оставил книгу. Чуйка меня не подвела, потому что остальные... Так, что это такое? Потому что остальные места я вроде... Блин, ладно, лучше обойдем, сейчас в текстуре застряну, будет очень обидно. Или все-таки так сделаем. Сделаем так. Ой, куда я бегу? Блин, дом там. Прикольно, будто я сдохну. Такой, блин, пошел домой, блин, не дошел 100 метров, сдох. Упал с высоты. О, блин, да ладно, серьезно, что ли? Это что за райское местечко? Огурцы, тут что-то я еще видел там вот. Арбузик или что-то было.
А, ладно. Не, наверное, что-то показалось. Так. Ну давай. Валим, валим, валим. Делают сейчас игры с косяками многие. Это да. Что поделать? Такое нынче время. Эти карточки выпускают новые карточки, те же 3090, да, эти крутые, которые там по 24 гига памяти. А игры все равно выпускают, которые, блин, тормозят, 4К не держат. Это даже, знаете, это проблема не в том, что у карты мощности не хватает. Это проблема в том, что очень плохие оптимизации сейчас делают. Они просто игры оптимизируют так паршиво. То есть выпустят карточку на 100 гиг там через 5 лет, сделать какие-то там карты 100 гиговые. А они будут все равно игры выпускать, где будет такая оптимизация, что у тебя на 100 гигах будет все лагать. Графика ни хрена прироста не будет, ну заметно. А лагать все будет. Ты ничего себе не сделаешь. Так. А, кое-что еще сделаем, раз я тут. А, там чистая вода даже есть? Ладно, даже так, хорошо. Хотел вот это вот просто полить. Так, скоро у нас весна, февраль месяц. Это сейчас последний урожай мы доращиваем. И можно потом семена собирать и уже на улицу это все переносить. Тут уже бессмысленно ему будет расти. Так. Так. И еще один раз. Все, оно все вырастает. Мы сейчас это просто переносим на улицу. Ну, собираем урожай и потом выносим грядки все на их законное место. Так, тут есть, тут. Давай это еще польем. Все, хорошо. Так, растите вы все. Это можно воду отсюда вылить. Нам она тут не нужна. А хотя пускай, ладно, пока будет. А, так, это мои продукты для гниения. Давайте их туда пум-пум-пум поскидываем. С этого пропилен сделать. Так, с холодильника взять мясо для начала. Стоп. Я уже, ребята, почти два стрима не охочусь на дичку. Ну, на животных. Давайте рыбу одну съедим. Рыба тоже полезная. Так, ну в холодильнике еды, конечно, все меньше и меньше. Так, это есть. Теперь камни. Что у нас там в инвентаре? У нас просто куча, блин, барахла на самом-то деле. Так, два пластика. А, железо сразу на плавку. Блин, тут пипец, что творится. Раз, два. А, так, три. Пять. Почти закончила оно гореть. Металл. Раз. Металл. Два. Так, тут. Раз, два, сюда. Уголек. Поджигаем. И закидываем. Плавится металл. И что еще? И все, походу, больше ничего не могу закинуть. Судя по тому, что я вижу. Да, надо идти еще взять 5 камней. Так, раз. Что-то 4 камня бы хватило на самом-то деле. Раз, два. Спасибо, Арман, за 500 рублей. Написал: хороших выходных, Маван, и удачных стримов. Насчет пиратов, если у тебя завтра дела, то не проблема, сделаем лучше в понедельник. Так, чтобы рано могли начать. Так, я дома в 19:00. Окей, хорошо, Арбон. Договорились. Ну, я тебе на крайняк напишу еще вечером. Там уже решим точно, потому что я сам не знаю, что я завтра еще делать буду. Я еще видос один хочу на второй канал залить. Я его уже обработал, сконвертил. И вот надо залить поставить. Но на это надо опять сесть время, прописать там теги, картинки сделать и так далее. Так. Что я хотел? У меня есть жира куча. Блин, у меня это складировать некуда. Вот в чем проблема.
Раз, два. Сухой кирпич. Алюминька. Так, алюминька сюда. Это все плавится, плавится, плавится. Ну все, мы с вами набрали все, что надо. Давайте наконец-то улучшаем полностью мою базу. И на этом все будет окей. Окей. Так, туда. Железо. Два камня. Я уже, знаете, я уже, вот честно, уже до автоматизма вот это вот делаю, то, что вы сейчас видите. Камни теплавлю. Я уже не знаю, у меня уже, я как робот такой, камень положить туда, вытащить, поставить, положить, поставить, вытащить. Ой, нет, что-то робот сбился только что. Работай. Здесь один сюда, один сюда, камень сюда. И больше у меня нечего плавить, да? Ничего, ничего. Ладно, на одной поработаешь. Все. Так. Хорошо. Скидываем все ненужные ресурсы. Где-то у меня медь была, вот медь. Кстати, еще одну медь можно сделать. Как раз. Как раз. Как раз. Сколько я на протяжении 10 стримов собирал вот эту медь, вот эти кусочки. И наконец-то я их собрал. А, стекло было здесь. Давайте его вернем на законное место. Вот так сделаем. Так, так, оп, так. И стекло. Так, стекло все здесь, хорошо. А кости. Это сюда. Кости сюда. Нитки. Стек. Стрелы. Стек. У меня же 15 стрел простых, прикиньте. Костей 11. Жир пусть лежит тут. Я его все равно никогда не собирал. А песок. Вот сейчас будем песок с вами горбатиться собирать. Вы что думаете? Это еще не финалочка. Не финалочка. Вова, не умирай. Блин! Спасибо. Сука. Спасибо. Вова, не умирай. Ну, то, что я говорю, я реально это не вижу, эту тему. Я вот сейчас посмотрел, пока чат не прочитал, я это не заметил. Я тут раскладывался и... Не понял, они... Они переделали тему с альтом. Да ладно, разрабы. Серьезно. Наконец-то ваш... Блин, молодцы разрабы, молодцы, молодцы. Они реально, походу, стрим слушают. Они сделали то, что меня беспокоило. Теперь оно стеком перекладывается. А ну еще раз. Так, а если сюда? Они сюда тоже прописали, что ли, по одной? А сюда прописали по одной. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, нормальная тема. Молодцы. Тут я вас похвалю, молодцы. Прописали, чтобы было удобнее. Я вот сейчас только думаю, что за прикол? Говорит, а перегрев. Все, нет перегрева уже. Что-то мне там еще? Мне опять что-то меня беспокоит. А че я умираю-то? Идем поспим. Да нет, выкинь арбуз. Спать ложись. Все, нормуль. Да у меня просто сон, я спать хотел. Так, на чем мы остановились? Блин, печки. А, стоп, нахрен нам не печки. Сейчас будем. Мы должны доделать кое-что. Раз. Два. Три. Так, кирпичи пускай будут. Значит, сюда. Надо 4 электрических детали. Одна у меня есть, 2 пластика у меня есть. А деталь делается вот следующим образом. Берем. Раз, два, три. Давайте 4 сделаем. Так, а масло? Экстрактор. То экстрактор, мне масло надо, чтобы работал по полной. Включайся, 10 масла. Зашибок. Просто... Так, это мне не надо? Тан-т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 ан. Где мое масло? Масло вкусное мое. 20 масла у меня. Ха-ха-ха. Кора. Так, масло, кора, что еще мне надо было? Медь надо было, раз, два, три, четыре. Пластик. Блин, я по памяти уже делал. Так, электрозапчасти. Сюда. И пластик. А ну, альт. По одной отсюда, ну ладно. Ну ладно, 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 ладно. Так, раз. Два. Три. Раз.
два, три. Изготовить. Хорошо. Теперь пластик. Пластик делается тут. Он делается из трех, если я не ошибаюсь, вот этих банок. И пяти коры. Если мне опять память не подводит, вот так он делается. Да. Боже, я уже рецепты на память выучил. Задрот. Три банки. Для чего кора нужна? Никогда бы не подумал, что с коры делается, мать его, пластик. Ну, типа, как бы это понятно, опять же, это все игра. Но. Восемь. Пять. Сейчас изготовим как можно больше пластика. Три. Хорош, шесть пластика. Теперь сюда. Пять микросхем. Пошли наверх. Сейчас будем цемент делать с вами. Готово. Так, давайте 10 единиц песка. Это мы все прячем в наши стратегические запасы. И масло. Пропилен пускай будет. Кора сюда. Так, 10 песка, 10 глины. Посмотрим, сколько он... Блин, оно, походу, еще долго будет делать. Ну, сука, разрабы, ну вы хитрые цы-то, однако. Ничего нельзя в этой игре сделать быстро. Я хочу, чтобы было все и сразу, оно, блин, ни хрена и далеко не сразу. Так, масло давай все-таки вот сюда, в основные ресурсы. Песок забирай. Так, а теперь глину идем колупать. А что делать? Это сюда. Так, это ко мне. Это вот в этот сундук, чтобы я знал, где у меня жир. Все, готово. Поехали, нам теперь глину колупать по-черному. И песок делать. И это все закидывать в эту... А ну, сколько бетона мешалка энергии требует, кстати? Она, походу... Блин, мне нужно тогда еще электричество надо сделать. Ладно, делаем еще один ветряк и батарею, если мне хватит. Что мне для ветряка надо? 10 алюминия надо, да? Кобальт фигня, медь фигня, железо фигня. Считаем, или 10 алюминия мне хватит. И батарею вторую. Сколько вторая батарея стоит? Электрические детали у меня хватит. Железо, алюмка. Значит, надо 14 алюминия. Есть 14 алюминия? Есть, отлично. 14 алюминия, хорош. Так. Вбиваем сюда 4 и сюда 10. Так, медь, железо и кобальт. По 8 штук всего надо, если я правильно посчитал. Железо, медь, кобальт. Так, кобальта 4, меди 8, 6, 7, 8. А, железо 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все. Вбиваем и делаем сейчас электрические запчасти. Тут все есть. Осталось 5 электрических запчастей сюда, а сюда... Хорош. Так, 5 электрических запчастей пошли делать. Пластик я как раз выгрузил, его надо брать опять. Значит, одна есть, а мне еще 4 надо. Как раз, ровно хватает. Это надо, значит, 4 кобальта. Кобальт возьмем отсюда. О, как идеально. Все просто забираем. И берем 4 меди. У меня только 3 меди. Так, я понял про прикол. Хорошо, тогда нужна медь. Не вопрос. Сейчас вам будет медь. Раз, два, три, четыре, пять. Уголек один возьми. Один пропилен получи. И добывай. Что здесь по маслу? Фигарит. Хорошо. Сейчас мы электрические мощности повысим. Холодильник будет работать. Надо чтобы сделать, чтобы все работало. А что я хотел? Стоп. А, медь наплавить. Блин, как у нас башки быстро вылетает. В одно ухо влетело. Точнее, что-то мне даже не в ухо. Мне мысля в голову вылетела и сразу вылетела оттуда. Давай, это и это. Тут что у нас? Металл, 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 металл.
Так, медь. А, вот медь же есть, кстати. Чё я парюсь? Пускай медь плавит. Поехали. А, 4 меди. На станок. Так, так. Так. Ой. Блин, не то делаю. Не на том станке просто делаю. Это тут. Так, так. Так. Изготовить. Так, так. Так, изготовить. Так, так, так. И последнее. Все, 5 запчастей есть. Металл стоит тут. Так, 2 батареи у нас есть. У нас есть 2 ветряка. Надо еще солнечную панель одну построить. Но у меня, по-моему, алюминия не хватит на солнечную панель. Уже, да. Она стоит 4 алюминия. У меня, по-моему, 2 там осталось. Или 3. А ну, смотрим. Справочник, объекты, постройки, электричество. А, вот этот панель. Давайте ее еще построим. Не знаю, зачем она нужна. Это щиток какой-то. Поставим его тут. Так, железо 4, 2 кобальта. Нет, стоп. 2 кобальта, 2 меди и 4 железа. Так, 2 меди есть. А 2 кобальта есть и 4 железа. Раз, два, три, четыре. Так, накопленный или... А вот оно где пишет, в щитке. Так, генерируется 160, используется 100, доступно 60. А накоплено... А видите, как она копится? Потолочная лампа 10... Холодильник 75. То есть я даже, я, например, экстрактор масла и холодильник вместе держать не могу. Мешалка 40. Мешалку можем уже подрубить, кстати. Не проблема. Давайте песок сейчас наберем. Вот где оно, офигенно. 2000, то есть мощность может быть. Прикольно. Вообще прикольно это сделали разработчики. Так, собираем это все. Мне это надо нести. Так, смотрим. Все хорошо. Переносим эти штуки на улицу. Там сейчас уже зима заканчивается. Вот-вот. Так, я не умираю? Умираю. Так, опустошить. Попить. Выносим все грядки. М. Сейчас придет весна. И у нас все тут будет. Все, по факту мы все с вами сделали, ребята. Консервы еще закрыты останется. Сейчас я как раз этим займусь. Я посмотрю просто, как оно работает. Мне надо врубить холодильник желательно, чтобы работал. То есть холодильник, бетономешалку. Но бетономешалка это временная вещь. Поэтому холодильник можем пока не врубать. Бетономешалкой сейчас намешаем бетона, чтобы залить фундамент. Посмотрим, сколько это вообще по времени будет занимать. А зальем фундамент. И по факту потом ее отрубим, бетономешалку. На холодильник надо еще один ветряк. Но ветряк мы сделаем, надо просто сгонять... За алюминием, у меня алюминия, вон, смотрите, сколько осталось. 3 штуки или 2? А, 4, 5, да нет, значит мне хватает. Блин. Гребаная хрень, пошла вон. Че ты вообще бил? Гребаный волк. Че ты мне ломал-то? Странно. Я так понял, вы все вместе. Ты с волками, с волком приходишь, да? Так. Грядки выносим дальше. Вот и место освободил. На следующую зиму я даже уже не буду эти грядки переносить. На следующую зиму я буду жить с консервами. Блин, реально прикольная игруха они сделали. Прикольно это. На самом деле это прикольно. Так, давай сюда. Что-то мне кажется, что у меня грядок стало больше. Что-то у меня реально грядок стало больше. Это же прям целая плантация. Вот мой костер, про которым я не пользуюсь. Я думал с этого окна черпать воду, но я до снега не достаю и до костра не достаю. Короче, не сработало оно так, как я хотел. Так, оки-доки. Пошли вверх. Значит, сколько у нас холосов? Мы почему-то опять умирали, что ли? 27 только. Молювато, молювато, молювато. Берем. Раз, два, три, четыре. Так. А нам надо сколько? Еще одну солнечную панель построим. Давайте. Бам-бам. Чтобы электричества было больше. Солнечная панель мне нравится. Она производит очень хорошо. Ну, с ракет. Кобальт, медь, алюминий. А, алюминий 5 надо. Блин. Таки одного не хватает алюминия.
Давай так ставим их, а ну. Да блин, отмени. Так. Значит, что надо? 5 железа, 5 алюминия. Ну, алюминия 4. А там 5, стоп, у меня же 5 вроде было. В натуре. 5 железа. Меди не хватит, блин. Придется... Медь придется подобывать где-то еще. У меня только 3. Еще 2 надо, чтобы экстрактор добыл, и можно будет это доделать. Так, железо. А ну? Ой, куда я иду? 2 меди и 4 кобальта. Раз, два, три, 4. Все, остался одна медь. Одна медь. Не две, одну медь. Есть тут уже? 30 секунд. Давай, добудь, пожалуйста, мне медь. Так, банки, пойдете на родину. Ты работаешь? Работаешь, хорошо. Банки на родину. Дверь надо еще из металла сейчас сделать. Так, банки сюда. 8 металла, но у меня нет 8 металла. У меня есть только... А, как раз 5, 6, 7. У меня 7 металла. Надо еще наплавить металл. Вот и металл кончился. Все, все кончилось, пацаны. Кобальт только остался. Ай, сука, это капец какой-то. Все, блин, максимальный дом, вы понимаете? Максимальный... Ну, блин, ладно, не максимальный. Еще не хватает стен. А ну, ты добыл мне? Есть. Сэнкс. Давай на печь. Плавь. Поплавим еще немножко камней. И за камнями надо будет сгонять. Ладно, беги. Я так подумал, нафига мне это мясо. Так, я не умираю, ну смотрим. Март месяц, все. Март месяц. Сейчас мы рыбы нажарим себе. Окей, куртку можно прятать в дальний схрон. Так, кость сюда. А вот куда... А, шкуры тут? Новый стек шкур, хорошо. Так, это сюда. Камень лучше сюда не ложить. Все семена сюда. Хотя семена надо было пойти посадить. Ладно, идем посадим семена. Значит, что мы посадим? Давайте 3 тыквы. А может через щит, а ну. Так, 3 тыквы посадим. 8 картошек посадим. 3 огурца посадим. Давайте... Один арбуз. И 2 дыньки, наверное. А, нет, 3 дыньки я взял, да? Что еще у меня нету? Кукурузы нету. И давай 2 кукурузы. Я не знаю, у меня там грядок на это все хватит. Так, раз. Блин, картошку надо было на передней линии садить, а высокие растения на задней линии, что-то не подумал. Раз. Два. Раз. Два. Все, вот так пускай растет. Там вода польет их, поэтому мне, в принципе, за это переживать не стоит. Камень сюда. Уголь в печку. Это уже не надо. Все. Блин, прикиньте, на всю зиму хватило угля того одного. Я так и не заправлял. Так, надо теперь глину идти собирать. Медь еще одну. Давайте медь забираем. Поехали. Достраиваем еще одну солнечную панель. А ну, что показывает наш добытчик? Значит, у меня генерируется 200 электричества. Используется 100. Доступно еще 100. Включаем, значит, давайте холодильник пусть пока включим, пускай работает. А ну. Включить. Оно пропадает или нет? Давай еще рыбу съедим. Так, хорошо. Сюда повесить. Оп. Раз. Два.
3, 4. Вот что мне нравится, странно немножко в холодильнике места отображаются, как-то оно так, блин. Вот сейчас нормально, но оно добагает. Вы только что видели, как оно багало. Давай готовить уже. Печку. А, печь. Стоп, блин, я печку забыл построить, пацаны. Сука, готовить уже. А печка сейчас стоит кучу денег наверняка. Твою мать, у меня металла ничего нету. Блин, опять камни плавит. Ха, 25 железных слитков. Обломитесь. Короче, не сделаю я сегодня. Надо опять железо будет искать. Так, печка должна была быть тут. Или можно ее поставить? Не, он лучше тут ее ставить. Так, давайте пока стой. Тут стой. Тебя мы сейчас заберем отсюда. Так, пока. Так, печка. Стоп. Delay. Подтвердить. Да. Так. Блин, я за печку забыл. Ну, ё-моё. И опять металла нету, обратите внимание. То я говорю металла так дофига, что хоть жопой жуй, то у меня его нет. Так, есть. А ну посмотрим сейчас. Я хочу попробовать сюда все вместить. N. Так, N. Так, теперь тебя. Блин, влезешь, надеюсь, а ну? Есть, влазит, все, отлично. Все, шикарно. Фу, как красиво. Печка. Но печку я не построю. Доски не вопрос. Там где-то доски были, что где-то у меня тут запасные, или я уже... Не, я потратил их. Значит, доски. 8 досок. Не понял. А, дрова. Блин, что я делаю? Стоп. Доски прочитал, там дрова. А дров у меня нет. Ладно. Тихо, волчки. Тихонько. Говорят, железо. Да, с железом сейчас камни надо добывать. У меня железа-то нету. Давай этот. Ну, бери. Еще дрова. Тут, видите, я здесь рубил когда-то дрова. Прошло столько времени, чтобы новые деревья выросли уже. Капец. Тут когда-то были срублены другие. Еще два. Сейчас сразу загрузим телегу и сразу добудем дрова вручную. Прям пока рубим. Это один из ваших советов, между прочим. На одном из стримов на ютубе вы в комментах это написали. Видите, я запомнил. Я это запомнил. Повезло просто, что запомнил. Так, давай. Стой, кинь. Так, это все на дрова отпускаем. Надеюсь, это немного дров прям будет. Уии, сборка. Массовое лутание. Чего не хватает? Ладно, отменно. Сейчас прибежим сюда еще раз. Кукуруза растет. Прямо у меня тут. Так. Больше нет дров. Порулили еще раз. Нифига себе, я, конечно, расходую. Стоп, где тут я рубил это? Блин, где я срубил? Нет, дальше это было. Да капец. Ладно. Ни хрена себе, ты куда-то улетела. Досточка. Пипец, все поразлеталось. Короче, не найду я эти дрова, походу, свои. Я откуда-то отсюда ехал, вот отсюда. Ладно, пофиг. Собираем заново, что поделать. Так сложно найти на самом-то деле. Вроде ты рядом, блин, он прям там был. Я же запомнил, даже откуда я телега ехал. Я вот так вот ехал телегой вот откуда-то отсюда. А вот оно. Блин, что опять не хватает?
Палки нафиг. Палки нафиг. Раз. Два. Все, палок нам столько не надо, пусть восстают. Ах, дрова нашли. Ну, что-то. Палок как раз нету. Идеально. Идеально собрали. Так, это склад есть, камней нету, но камня на песок нужен. На песок с этого нам хватит сделать, нам металл нужен. По-любому надо, значит, брать одну штуку с собой. А, делаем-то так. Стоп. Ставим камни на плавку. Сколько там время? Я сколько уже играю? Я уже играю почти 2 часа. Блин, неужели еще одну серию придется делать? Ну, собака. Там парень прям говорил, 3 серии тебе надо. 3. И он, походу, реально будет прав. Реально я за 2 все-таки не успею. Я даже если сейчас сделаю печку, ну, мне надо будет закрыть консервы, это раз. А во-вторых, мне надо будет еще цементом залить весь пол. А я не уверен, что я это успею сделать. Так, поехали. Тан-та-та-та-тан. А, стоп. Сколько? Ладно, хрен с ним. Камни вот там я не собирал, идем в ту сторону. Потому что я арбуз был на земле. На самом деле, арбузы, которые на кровати я собирал, я почти их никогда не ем. Я там, ну, не, было в прошлой зиме, первой зимой я сожрал один арбуз. Или два даже я сожрал, потому что я там вообще не знал, что делать. Так, ну что, приступаем. Стройка. Это был медведь. А, тепло? Да, тепло. Надеюсь, и смотрите внимательно, ли я не буду замерзать. Просто интересно. Так, глина. Там тоже это все надо. Я сразу пошел за глиной, за всем. Глина. Так, это есть. Все, выкладываем камни сюда. Берем эту штуку. Идем искать другие большие камни. Тут вообще нифига нет. А вот. Говорит, медведи спячки вышли. Ну, типа того. Ну, они просто спавнятся больше. Ну да, да, есть такое в игре, согласен. Тоже заметил, что пошли... окончание первой зимы. То же самое было, Лаза, что я не врубился. Но каким-то макаром у меня очень много медведей там начало приходить. Волки еще приходили. Так вот, не помню, волки после зимы или до зимы приходили. О, хорош. Что-то не понял, что, 2 медведя? Вон один, и где-то я второго там слышу. Так, медведя, наверное, надо убить. Сохранимся, медведя надо вольнуть. Где второй? Вас точно 2, это можете даже мне медведики не врать. Так. Ладно, добываем. Одного вольнули. Хорошо, и собираем последний для себя в инвентарь. И на базу. Так, это нам для металла будет. Я не знаю. Мне 25 слитков надо сделать, конечно. Сколько я могу унести еще? А, почти ничего не могу. Ладно, пошли тогда. Где тысячи? Тут один медведь был. Надеюсь, не нападет.
Надо поспать еще, кстати, 5... А, вечер у меня, да? Огурцы вон растут. Все, что хочешь, растет. Говорит, Вова, Сан, у тебя кто первый, арбуз или чайка? Хм. Ну, в первые времена я арбузом утешался. Чайка это уже потом появилась. Чайка стала моей второй. Так, отлично. А, давайте тогда стоп. Сейчас наплавим этого всего барахла. Так, раз, два. Раз, два. Везде, блин, заканчиваются ресурсы. Топливо. Так, секунду. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так, все, все они работают. Хорошо. Здесь плавят. А теперь здесь делаем песок с камней. Глина у меня есть. Холодильник пока отключаем. Не знаю, а ну он работает или нет, ничего не понятно там. А ну. 100. Значит, включаем эту штуку. 10. Ну, пока нет, стоп, пока не закидываем. На песка сделать. Сейчас сделаем песка и закинем. Все, поехали. Сколько глины? 4. Блин, а что, глины больше нет? Да, маловато. Ну, посмотрим, сколько оно будет делать. Ладно, давай. Так, 10 единиц. А что не закидывать? Не понял. 10 единиц песка. Так, ну. Окей. 10 единиц глины. Смешать. 2 минуты оно будет. Ай-яй-яй. Это долго. А ну, потребление. 145? 140. 60 доступно. Батареи заряжаются. Ну, отлично, если честно. Отлично. Просто шикарно. Ветрячки работают. Идеальненько. Идеальненько. Нам надо теперь за глиной туда-сюда бегать. Просто. Так. Раз. Два. Окей. Надо поспать. Ложись спать. Блин, придется ночью работать, судя по всему. Да, будем ночью работать. Так глину искать ночью, это, конечно, дурная затея. Судя по всему, у меня выбора просто нет. Три только. Все, плавится. Так, что у нас по металлу? У нас только есть 10 металла. Нет, 11 металла у нас есть. А надо 25. Ну, короче, да, в этой серии я не успею это построить никак. Придется в следующих уже это мутить. Мне еще кирпичи, кстати, нужны на то, чтобы достроить здание. Давайте заберем эти кирпичи. Сейчас достроим здание. Ой, я как перегружен, по-моему. Блин, слишком перегружен. Оно на сколько? На килограммов 5 на 4 кило. Давай. Блин, красивый у меня дом. Говорит, с открытой дверью спишь. Да пофигу на самом-то деле. Так, давай это пока сюда выложим. Это в бетономешалку все пойдет. Да, это все равно там 2 минуты это делает. Так, что я только что набрал? Я набрал кирпичей.
Инструмент для улучшения. Пошли улучшать вокруг дом. Хорош, все. Основание улучшено полностью. Тут надо цемент. 6 цемента. 6 цемента, 6 цемента. Плохо. Все, кирпичи можно все остальные сбрасывать. У меня остается сколько? 26 кирпичей. На второй этаж потратим. Так, шкуру сбрасываем тоже. Она нам не нужна. Камни. Ставим в печку плавиться. Металл-то нужен в любом случае. Раз, два. Блин, это игра, это реальная игра, просто жесть. Металл, это, блин, жопа какая-то. Один металл плавишь, плавишь, плавишь. Вроде у тебя... Черт, я выкинул еще один металл. Вроде у тебя его дофига, ты думаешь, не, ну все, блин, в натуре, мне столько металла хватит, мне два станка, ну, два стеллажа. Да по-любому хватит. Угу. Начинаешь дальше играть и понимаешь, что ни хрена тебе не хватает. Так. Да, не густо. А как делаются консервы? Давайте хоть посмотрим. Я даже не смотрел, просто ради интереса, пока все равно наплавится. Справочник. Еда, вот. Смотрите, фруктовый салат, надо пустая банка, кусочек арбуза и половинка дыни. Половинка дыни? А как сделать половинку дыни? Ладно, вегетарианский салат. Огурец, кукуруза, картофель, пустая банка. Дает 35 витаминов, 35 углеводов. Неплохо на самом-то деле. Мясное рагу. Можно приготовить в печи с помощью смеси для рагу. А смесь для рагу как делается? Вот. Смесь для рагу. Сырое мясо рыба, сырое мясо простое, картофель один. Смесь для рагу. Сколько он дает? Жир 40, белок 60, витамины 14. Неплохо. Ну, короче, этот еще осталось приготовить. Тут еще какая-то... А, половинка дыни. Как она делается? Соберите урожай дыни и получите две крупных кусочка. Отличный источник углеводов. Что-то я не понял. Вот эта штука так не работает. Это что-то не, либо недоработка, либо я что-то не понимаю. Ладно. Еще раз. Давайте. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, это, скорее всего, реально будем на следующем стриме уже доделывать, господа, потому что на этом я не успею. Точнее, я могу еще, конечно, полчаса поиграться и это все сделать. Надо идти на следующий стрим. Так, пускай оно плавится. Видите, по одной штуке делаю реально. Ну, у нас это запасы есть. Ну, тут 5 еще меди, ой, меди, железа есть, но больше нету. Да, нет. Так, берем эти 10 штук, идем еще раз поставим. А ну стоп, электричества вообще хватает? 85, 83, оно почти отключилось. 10 цемента. Смешать оно. Придется делать следующий ход конем, спать. До 8 утра спим. Проснуться. Так, мне надо и похавать, и все сделать. Смотрим. Значит, надо белки. Это отсюда берем. Есть, есть. Есть. Так, попить воды. Попить. Попить. Что там не хватает? Углеводы. Это на улицу. Раз, два. Так, смотрим, что получилось. Все, я себя чувствую просто обалденно. Картошку. Хорошо, железо нашли. О, это уже неплохо. Так, садим картошку назад. Раз. Как она быстро поспела, не? Почти мгновенно.
Так, валим отсюда. Картошку сразу в мешок для пропавших продуктов. Он тут забит, блин, он забит. А, тут у нас тоже забито курточками всякими, барахлом каким-то. А, давай сюда скидывать. Так, печи. Переплавили, да? А, стоять. 2000. Чего вы не работаете? Мешать. Так, и тот экстрактор работает. Включить. Поехали. Тан-тан-тан-тан-тан-тарара-тан-тан-тан. Железо. Ну, сейчас 4 куска железа будет. Раз, два. Будет, да. Да, 4 куска железа будет. То есть у меня будет, грубо говоря, 17, правильно? 18 будет. А надо 25. Ну, по факту. Блин, если еще три раза печки использовать, то мне надо... Нет, 4 раза еще печки надо использовать, и будет все. Лестница не прокачивается. А давайте сейчас... Давайте, у меня же цемент есть. Сейчас возьмем на улучшение молоток. А ну, смотрим, сколько надо до улучшения лестницы. Ой, стоп, двойка. Да, вот двойка. Ха-ха-ха. А это сколько требует? 15 цемента? Блин, нифига себе. Так, идем еще подобываем пока. Что у меня в инвентаре вообще творится? Так, нет, плохо. Не пойдем добывать, я много не принесу. Это сюда. Что там еще у меня? Кости какие-то, барахло. Барахло. Кости сюда. Штаны. Штаны надо одеть вообще, наверное, на себя. Так, теплые снимаем. Одеваем это. Блин, да, куда бы штаны закинуть? О, сюда пойдут. Так, штаны есть. Камни. Кстати, у меня кепка есть, все нормально. А давайте сразу вбивать в печь, я туплю. Шестнадцать. Чуть-чуть. Да ёлки, давай. Да, 4 железа получили. Плавится хорошо. 5 железа осталось. 5 железа. 5 кусочков. А ну что, по электричеству сильно? Мы в плюсе должны быть. В плюсе. Можно даже холодильник вырубать на самом-то деле. Говорят, нет же лестница, которая в доме. А только смысл эту лестницу, которая в доме, улучшить? Я улучшаю сначала по периметру все. А посмотрим. 12 цемента эта лестница стоит. Вот пишет. Я сейчас хочу сначала сделать внешний вид дома красивым вокруг. 10 цемента есть. Так, улучшаю. А, мы не можем ничего улучшить. Ладно, давай лестницу улучшим. Или нет? Нет, сначала внешний вид. Так, цемент, пока тебя выложу. Идем глину добудем, сейчас вернемся. Побежали. Та-та-та-та-та-та. Волк. Нафиг, мне это не надо. Вот глины дофига.
Так, берем это. Да твою мать. Три. Порошки. Я специально порошки улучшал. Я в доме не собирался лестницу, если честно, улучшать. Ну, сейчас на коммент отвечаю. Дело в том, что... Почему внаружи я улучшаю? Потому что я хочу скрин еще сделать на следующую заставку. Для стрима на YouTube. Сделать. Я хочу, чтобы дом красиво выглядел. Я поэтому сейчас доулучшаю два фундамента основных. Ну, или там три, сколько получится. Хотя нет, два, наверное. Три я не успею сделать. Да там по 2,5 минуты оно крафтится плюс... Мне сейчас целая куча нужна этой глины. Просто дофига. Сейчас глина самая дорогая. Блин, какого года игра? 2020-го. Так, а ну я не перегружен? 57, блин, да можно еще собирать. Так, глина, где ты? Это камни не нужны. Хочу глину найти. Блин, а что-то глины не так много на самом-то деле, я вам скажу. Камни, а где глина? О, да. А вот она. Собирай. Моя глина. Моя прелесть. Так, все пособирали. Сколько у меня там перевес? 66, еще одну можно добыть, значит. А вот она, есть. Так, свет отключу, тут уже глаза болят от света. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ай, на одну больше взял, да? Давай солому выкинем. 14 надо. 15 надо выкинуть. Вот идеально будет. Все, бежим домой. Энергия полная. Какие-то овцы бегают. Сейчас заказываем еще цемента. Стоп, блин. Цемент закончилось. Кстати, ребята, не забывайте фолловиться на Twitch и на YouTube, не забывайте подписываться нашим, оставлять комментарии, лайки ставить, если нравятся стримы. Ой, стоп, не того бежал. Прошу прощения, мне надо сначала... Как это получилось? Блин. Твою мать. Как это вообще вышло? Семечко дало вес, прикиньте. Гребаные, блин, текстурные арбузы. Так, чё я сюда пришел? Нет, чё я хотел? Чё я принес? А, я камни хотел. Помню, что это. Раз, два. Раз. Два, изготовить, потом дальний ящик, еще 10 песка, это можно выкладывать смело. Так, 10 и... А, блин, туда нельзя ставить, ладно, сюда. Цемент берем на руки. И 3. Так, песок мы сделаем, пошли наверх. Так, 10 и 10, смешать. Сейчас ждем 3 минуты. Даже сколько мне получится? Нет, не получится. Мне. Я хотел сделать 30. А, будет 30, да. Ждем 5 минут. И как бы на этом остановим стрим, уже закончу. Я первые фундаменты улучшу, а следующий уже в следующем стриме. Ну, еще один стрим, по сути, консервы остался. Все. Производство консерв осталось. И по факту мы закончим. Я думаю, следующая серия даже будет поменьше. Будет, наверное, на часе где-то. Как бы мы все уже проверили. Давайте дальше, пока оно. Да твою мать, блин, достали, твари. Свалил вонючий волк. Ты, блин, барахлом этим.
приходишь ко мне на мою, на мои земли. Так. А ладно, рыбу даже ловить не хочу, если честно. Я не вижу смысла. На самом-то деле я смысла не вижу. Смешивай, смешивай. Работай. Ладно, металл пока оплавим, что делать. Там надо будет за камнями сгонять. Еще два есть. Ждем. Говорит, дверь апнуть еще надо. Ну, дверь апнуть это точно не сейчас, в следующей серии разрешу. Ну, как бы, блин, это уже такое. В принципе, апнуть дверь, блин, я думаю, вам это... Че, вы не видели дверь деревянную просто? Ой, деревянную, железную. Да, она будет такая под цвет наверняка вот этой вот кирпичной стены. Ну, вот единственное, что еще такой нюанс. Смотрите. Кирпичная стена имеет 200 прочки, да? А деревянная стена, вот он показывает, имеет 100 прочки. То есть за 100 прочки ты как бы тратишь ресы. Но в чем прикол? Окей, если бы эти 100 прочки как бы давали реально там прирост, и урон бы понижали еще. Зомбари бьют... То есть что каменную стенку, что деревянную стенку с одним уроном, одинаковым уроном. А это говорит о том, что вот этот... Ну, толку делать каменные стены, если зомбак деревянную сносит, там, пускай, за 10 ударов. Ну, и грубо говоря так, да, а камень он за 20 снесет. Смысл? Стоит ли оно того? Не знаю. Так, идем, там, походу, уже приготовился наш цемент. Еще последний фундамент он зальет, мне просто очень интересно. Давай, ну, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Собираем. Так, спасибо вам. Спасибо вам. И смешивай следующую. Так, давайте проверим, как она будет выглядеть. Вот эту вот. Эту я закрыл, просто вот эту вот сейчас улучшим. А ну. Так. Тройка. Нет, тройка. Блин. Не тройка, двойка. Блин. Ну, я знаю. А потолок сколько стоит? А вот как потолок выглядит цементный. Ну такое себе, я вам скажу, если честно. Если честно, то такое себе. Давайте, раз, два. Так, три. Хочу просто... Вот тут еще эту стенку улучшить. Внешний вид был красивый. И это, ну смогу? Все, это уже не смогу. Сколько там кирпичей осталось? Два. А ну, как он тут внешне выглядит, просто посмотрю, как он с этой стороны смотрит на дом. Тан-тан-та-тан. Там одна стенка, видно, что не улучшена. И лестница. Ну, что сказать, неплохо. Давай костер еще подожжем. Короче, господа, давайте тогда на этом все-таки закончим наш сегодняшний стримчанский по игрухе The Infected. Если вам понравилась серия, не забывайте ставить лайкос. Ну, лайкос, на ютубе я имею в виду, когда будете пересматривать, кто будет пересматривать. А на твиче не забывайте фоловиться, в принципе, игруха выживания про зомби. Ну, неплохая игра, реально, вот я вам показал практически весь контент, который есть в игре, осталось только консервы еще вам продемонстрировать. И после этого, по факту, все, мы прошли игру. Вот. Дальше будет еще два стрима, поэтому не переключайтесь, оставайтесь на канале с нами. Минуток 25 перерыв, и мы вернемся в стримчанском к вам, поэтому ждем вас на... стримни, не расходить.